Это у нас Танель Кохо, саксофонист из Эстонии, тоже участник нашего конкурса. Поприветствуем. Он нам сыграет вот... Глазунов. Глазунов, концерт Глазунова. Вот так. Сказать, какие отличительные особенности у русской музыки, чем она отличается от другой? Очень экспрессивная. Очень экспрессивная. Так, еще. Итальянская тоже очень экспрессивная. Тоже очень экспрессивная. Чуть-чуть грустная. Грустная. Но немецкая музыка тоже грустная. Бывает. Очень грустная. Но чем именно русская музыка отличается? Русская музыка, она отличается масштабом. Масштабом. Поэтому я бы не стал так концентрироваться в ноты, потому что это немножечко мешает. И когда, если музыкант играет по нотам, то лучше всего делать вот так, тут не выгибается, к сожалению, и вот так, чтобы... А лучше вообще по нотам не играть. Et siis nagu jää mulje, et sa mängisid ainult noote või kuidagi. Ну, это личное дело каждого, но просто, когда ты играл, ты очень сильно концентрировался. Kui sa mängisid, siis sa Поэтому музыка должна быть не написана, она должна быть вот здесь. Музыка ei tohiks olla kirja pandud. Если она вот здесь, вот и вот здесь,
тогда тебе не нужны ноты. Смотреть в них не нужно. Сейчас еще разочек. Можно, да, начало? Самое начало. Уже намного лучше, просто в 1000 раз лучше, чем он играл, когда играл по нотам. Он не верит. Don't believe. Но, несмотря ни на что, ты должен играть так, чтобы тебя было слышно в зале. Тем более ты играешь с оркестром. И саксофон, ну, он просто обязан звучать ярче, чем струнный инструмент. Одна фраза. One phrase. One big phrase. Пожалуйста. Это другая музыка совсем. По-моему, она лучше звучит и... Ну, по всем параметрам. Ты не слышишь разницы? Посыл все равно должен быть крупнее, больше. Постарайся взять больше дыхания вначале, и чтобы воздух выходил еще дальше. Никогда не останавливается. Никогда не останавливается. Она меняется, трансформируется, но она никогда не останавливается. Да. Это лучше. Но какой размер здесь? Фо-квадрус. Они же все разные. И когда мы играем музыку, да, в этих долях, мы не можем кивать на каждую долю. Это нарушает общее движение. Там, тара-дара-па. Может быть, это слишком, да?
Это совсем другое. Это намного лучше. Еще один момент. У этой музыки вокальная природа. Это вокальная каунистость. Поэтому все, что ты играешь, нужно очень внимательно слушать. Это hästi kuula kõik välja, tähelepanelikult, mida sa mängid. Каждую ноту, каждый форшлаг. Iga kaunistus, iga noot. Тем более, что это совсем и не форшлаг. Eriti, kui ta tegelikult ei olegi väga nagu eelnõu. И внутри нужно пропевать. To sing inside. To sing inside. Let's try number three. Не надо резать фразы. Это одна фраза. Нельзя останавливать воздух. Нельзя останавливать воздух, мысль, воздух и музыку. Дара, тара, та, яра, та, да. Ро, до, ро, дом, дриара, ро, 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 ро. Какой характер он себе представляет? Ты себе представляешь? Играющий. Playful. But Russian music cannot be playful in this case. It's not about play. It's not a game. Это не игра. Это не игра. Вене музыка не мэнголина. Даже если там написано стаккато. Стаккато значит просто коротко. Но оно должно восприниматься именно в том, исполняться в том характере. В характере музыки. Характере музыки. Попробуй. Не останавливай фразу. Торо-торо-рам, три-ра-ра. Не останавливай. Мысль не останавливай. Мысль не останавливай. Окончание мягче. Не останавливай мысль в окончании. Да, да. Do you understand? Yes. It's written like staccato. But, but what is staccato? What is staccato? Just a short note. It means that a note, the full note is just half part shorter and nothing else. And other things depend on what the music you play. Of course. Staccato doesn't show you the character. Just staccato. Это просто короткий звук. It's
Но в данном случае siin, antud hetkel, ta on teistmoodi. Он не может трактоваться так. It's not a dance. Ты поешь эту музыку. Так, ну что, продолжим. Не нужно останавливать воздух. Слушай то, что играешь. Кулан, слушай. Постарайся не танцевать. И сосредоточиться на ровности звука, на ровности тембра. И чтобы звуки соединялись между собой. Чтобы один звук вытекал из другого. И это делается за счет ровного и гибкого дыхания. Ровного и гибкого дыхания. Давай. Музыка никогда не останавливается. Ага, хорошо. Постарайся сосредоточиться на своем звуке. Как он идет? Будь музыкальным внутри. Ты очень музыкально играешь. Но будь музыкальным внутри своего инструмента. Твоя музыкальность находится где-то вот тут. Но музыка — это то, что мы слышим. А не то, что мы видим. Mitte seda kehalist. Не суетись.
услышать нужно. Услышь каждый звук. Кивать на каждую дробь. Воздух равни. Когда он занимается, что постарался, чтобы он не качался. Да, когда да. Держать. Да, держать. Да, но. Уточнить, но уши нужно. Ну, устал. Ну, вот это сложное место, но вот то, что мы вот там сделали, это, конечно, было совсем по-другому. Ну, ты понял, да? Значит, таким образом, нужно играть все смелее и ярче. Если это русская музыка, тем более, если это русская музыка, она должна быть масштабной, в любой динамике. И даже пиано, и даже пианиссимо должно быть слышно везде. Ну вот, примерно все.